Здравствуйте, в эфире новости христианского мира, в студии Анна Коваленко. Расскажем о главных событиях этого четверга прямо сейчас. Россия и Ватикан обсудили вопрос защиты христиан в мире. Армения хочет получить доступ к архивам Ватикана. Папа Римский Франциск рассказал о кризисах веры. Москва и Ватикан обсудили вопросы защиты христиан в мире и на Ближнем Востоке. Тема поднялась на встрече замглавы МИД РФ Алексея Мешкова и замсекретаря Ватикана по отношениям с государствами Антуана Камилери, сообщает христианский портал Invictore. В ходе переговоров были затронуты актуальные международные темы, положение дел на европейском континенте, включая вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и Совета Европы, а также проблематика защиты христиан в мире и ситуация на Ближнем Востоке. В МИД отметили, что при рассмотрении двусторонней повестки дня стороны уделили приоритетное внимание развитию взаимодействия России и Ватикана в сферах культуры, образования, науки и медицины в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Папа Франциск признался, что у него случались сомнения в истинности христианской веры. Он заявил об этом в разговоре с группой молодежи в Риме. Папа сделал это заявление, отвечая на вопрос о том, случались ли у него кризисы веры в связи с теми страданиями, которым подвергаются люди во всем мире, и в частности христиане. «Я часто сталкивался с кризисами веры», — сказал папа, выступая перед студентами. «И я иногда обращался с вопросом к Иисусу, почему ты дозволяешь свершаться всем этим бедствием?» Далее папа признался, что эти мысли посещали его тогда, когда он был мальчиком, семинаристом, монахом, священником, епископом и даже уже папой. Христианин, который не испытывает сомнений, не знает кризисов веры. Это верующий, который лишен чего-то важного, добавил понтифик. Это христианин, смирившийся с неким застывшим состоянием души и идущим с ним по жизни. В этом же выступлении папа заявил, что систематические расправы над христианами на Ближнем Востоке являются актами жестокого мученичества, и называть эти расправы геноцидом означает сужать, редуцировать их значение. Говоря о мученичестве, папа назвал его тайной веры и даром Святого Духа, но добавил, что мученическая гибель далеко не единственный путь, которым христианин может проверить силу своей веры в Господа. Фрагмент древнего коптского папируса, который долгое время выдавали за Евангелие от жены Иисуса, это почти наверняка подделка, утверждает профессор Гарварда, которая сама же опубликовала его 4 года назад. Евангелие от жены Иисуса было впервые опубликовано в 2012 году доктором Карен Кинг, и с тех пор она горячо отстаивала подлинность этого документа. Но 16 июня сего года Карен Кинг все же была вынуждена признать, совокупность признаков говорит о том, что это подделка. Вместе с тем она заметила, что все же нельзя сделать уверенное и окончательное заключение, что папирус является подделкой, пока не собраны все научные данные. Но все же призналась, что имеющиеся свидетельства заставляют считать, что это подделка. С помощью углеродного анализа было установлено, что папирус изготовлен примерно в 741 году нашей эры, и чернила тоже, по всей видимости, являются древними. Однако за прошедшие 4 года многие ученые подвергли сомнению подлинность этого документа. В Непале арестованы 7 христиан за распространение священного писания среди учащихся. Их вина состоит в том, что они раздали 885 экземпляров Библии ученикам школ в районе Далакха. Арестованных христиан обвиняют в том, что они пытались обратить детей в свою веру в стране, где большинство исповедуют индуизм. В числе арестованных 2 школьных директора и 5 сотрудников христианской просветительской организации Teach Nepal. Этот случай привлек внимание известной международной христианской организации International Christian Concern, которая возмущена обращением полиции с арестованными. Христиан вынуждают подписать признание в распространении библейских материалов, в нарушении закона и обязательства, что они более не будут этим заниматься, но они отказываются это сделать. В стране растет напряжение. В сентябре прошлого года индуистские экстремисты потребовали, чтобы все христианские миссионеры покинули страну, обвиняя их в коррумпировании нации. В ходе визита Папы Франциска Армения поднимет вопрос об изучении материалов об армянском народе и геноциде армян, содержащихся в архивах Ватикана, заявил директор Национального архива республики Аматуни Веробян. В архивах Ватикана хранится огромное количество документов, которые еще не изучены, не раскрыты и могут содержать очень много данных о геноциде армян, сказал Веробян. По его словам, разрешение на изучение архива может дать лишь понтифик, и Армения намерена обратиться к нему с такой просьбой. Не все такие просьбы получают положительный ответ, но мы надеемся получить разрешение, отметил директор Национального архива Армении. Папа Римский посетит Армению 24-26 июня. Это были все новости к этому часу. Следите за развитием событий в нашем эфире. Хороших вам новостей и до встречи на ТБН.